Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео обзор готового изделия. Мы в хорошем настроении, потому что у нас молодое, свеженькое, нежное личико, Полечки в кадре. Сегодня платье у нас это готовое изделие, и шили мы его без примерки. Мало того, что шили мы его без примерки, даже было полным сюрпризом, а какое же будет платье в подарок на новогодний бал. Вот по платью давайте его рассмотрим на ткань. Я не знаю, как передает цвет ткани камера, но здесь у нас ткань диска из интернет-магазина Измира, светло-серый цвет. Она вся переливается как раз к Новому году, металлизированный крысы, это то, что надо. Оно светлое, игривое, оно абсолютно не сыпется, эта ткань. И здесь ниточка вплетена. Уже в подобной ткани мы шили два платья, это третье. Значит, само платье очень интересная модель. Потому что здесь идет, смотрите, бачок, вот он идет, здесь заканчивается. Подрезная, вот здесь вот линия, и здесь вшит поясок. Дальше покажем красивые ножки. Вот у нас есть, да? И сюда пошла у нас уже вот такой вот рельеф. И здесь как бы закрывается в процессе ходьбы. Естественно, у нас ножечка игриво показывается. Имеется драпировка. Эту драпировку можно вот так вот и оставить складочки. Можно сделать вот так вот, чтобы их будет больше, и они будут более мелкими. Это уже только наши пальчики могут все-все сделать. Со спинки давайте покажем. Здесь есть возможность еще, здесь тоже имеется, сейчас чуть-чуть вот так вот посажу на место, имеется поясок и приоткрытые плечи. По этому платью было у нас уже два видео: моделирование, раскрой, поворачивайся, и была обработка линии горловины. Почему мы именно горловиночку рассматривали? Чтобы было у нас прилегание. Видите, ничего не падает, все держится. Можно чуть-чуть вот так вот подтянуть. Смотрите, мы можем сделать вот такую посадку. И тоже у нас нигде ничего не топорщится. Все как бы на своих местах. Мне нравится, что ну как бы без примерки. И в принципе все достойно. Я не знаю, нравится ли тебе. Мне вот сейчас платье очень комфортно, несмотря на то, что мы сшили его без примерки. Оно очень мне нравится, и я думаю, что на балу я буду выглядеть просто неотразимо. Мне очень приятно за такой предновогодний подарок. Спасибо. Прекрасно, пожалуйста. Я люблю радовать и делать подарки. Ну, конечно, с такой фигурой, да, с такими данными, стройненькая, высокая, молоденькая, конечно, ты будешь на балу неотразимой. По-другому просто не может быть. Спасибо большое за то, что согласилась поучаствовать на съемках. Надеюсь, платье вам было тоже интересно. Может, кто-то захочет себе шить тоже такой фасон. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока.